Привет, друзья! Привет, мои дорогие, мои любимые, мои ненаглядные, мои подписчики, кроссфитеры, бодибилдеры, пауэрлифтеры, силовые экстремалы, бля. Привет, друзья! Сегодня у нас тренировка с Русланом такая. Рывок, толчок, тяга толчковая, приседания на плечах, тяга к груди, махи, гири, пресс. Все, такая маленькая тренировочка. Да, там задают вопрос парень, почему я говорю, чтобы не делать как тарахти? Ничего не имею против ни тарахтия, ни Марахтия, ни Клокова, ни Заклокова, ни Берестова, никого. Просто у каждого своя анатомия, да, тело. Нас учили делать так, выворачивать, показывать подмышки. Это, во-первых, и эстетично, и красиво, и правильно. Вы втыкаете руки. Опять я говорю, я не говорю вам делать так. Но вы как считаете? Вот этот человек больше знает. И больше прошел, и больше поднимал. Поэтому ничего против не имею. Во-первых, когда вы выворачиваете руки, выворачивайте их. Вас вперед может потянуть. Это не... Если у вас... Вот я не могу, например, так делать. Меня сразу штанга тянет вперед и падает. Потому что я привык делать вот так вот. Так, кто-то не видел эту фотографию, сказал, я его не вижу. Пожалуйста, смотрите. Я смотрю, тут кроссфит общества Петербурга, много обиженных, но вообще-то надо одеть давно брюки и прийти сюда на тренировку и выучить нормально технику. Технику тяжелой атлетики. Своими обидами вы меня в смущение не ведете никогда. Разминку начинаем с протяжки в сет. И садись, да, аккуратненько. Вот так разминается все тело. Ноги, спина, руки. Подсаживайся побыстрее, как рывок, только без подрыва. Опа, хорошо. Друзья, сегодня я тельняшку не одел, потому что мне она почему-то короткая. Не пойму почему. Может, живот большой у меня? Нижняя грудь большая. Опа. Поздно садишься. Русик, здесь можно и прыгать, смотри. И прыгать все можешь, только без подрыва работаешь. Опа. Да. А у тебя руки сильные, блядь, ты так 110 сделаешь, как палку. Ты знаешь, иногда, когда вот эту протяжку делаешь, я больше кайф ловлю, чем подрываю. Да. Идем. Тяжело вверху. Если руки в мозолях и широкая грудь, ты не будь директором, грузчиком ты будь. Сейчас, Русик, смотрите, что сделает с этой часами. Просто сейчас ее в узел завяжет и все. Русик уходит в кроссфит, друзья. Да. Да. Опа! Хорошо. Слишком узко руки держишь, но это чтобы полегче было, я понял. Легче? Ну конечно. Опа! Молодец. Хорошо. Прыжок. Ага. Когда из формы выходишь, вверху держать вес. Вот как раз третий этаж, где абсолютная сила человека, очень трудно. Подписчики, которые, ну, у которых обида какая-то, я не знаю. Я еще раз повторяю, не против бодибилдеров, не против кроссфитеров. Не против пауэрлифтинга я вообще ничего не имею. Просто я вам говорю и доказываю, что император всего спорта – это тяжелая атлетика. Больше ничего не вам не говорю. Абсолютная сила вверху, над головой. И если вы хотите это попробовать, поспорить там, что я не прав, ну докажите мне обратное. Разгон, разгон. Опа, хорошо.
Хорошо. Приходят сюда ребята ко мне на тренировку. Ну, конечно, я смотрю, они компьютерщики многие. Ну, они качались в залах на станках вот этих инвалидных. Обижайтесь дальше, блядь. И это... На инвалидных станках качались, качался он там. 15 килограмм вчера даю рывковый хват. Садится по 5 раз. Кисти у него чуть не отваливаются. 15 килограмм. Теперь хотя бы у людей есть представление, что такое вверху держать хотя бы там 150 так. или 200 килограмм, там, кто рвет. Парень, или, можно там, сказать, немного подготовленный. То есть он там ходил в зал, там, а что толку ходить на да. тренажер? Так, меня знаешь, что удивляет? Они берут гриф и вот так расслабленно стоят. Да, вот да. Ну, они привыкли, что тренажер отпустил, и он на тросиках висит. Открой. А здесь надо делать наоборот, как будто тебя тянут вверх. Откроем секрет, что все, кто продает тренажеры, Джо Вейдеры, Шварценеггеры и так далее, это родоначальники всех этой, кто двинул это вот именно в массы, именно как бизнес в большом количестве, они на тренажерах не занимались. Свободные веса. Свободные веса. И иногда только добивали, это чисто профессиональная. Там добивка, там какая-то добивка. Да, и все. Но заниматься на них нельзя. Конечно. Они не чисто дадут, не дадут результата, блин. Конечно. Никакого, блин. А я думаю, знаешь что, даже дисбаланс происходит. То есть мышцы наращиваются, а стабилизаторы нет. Стабилизаторы там вообще не работают. И поэтому дисбаланс. Килограмм всего, блин, послушай. Слушай, на самом деле ведь дисбаланс происходит. Конечно. И самое главное, у них появляется сила, там, уверенность, да, вот, именно в этом, вот, в каком-то этом раскачал мышцу, а он потом свободный вес берет. Любой, бесполезно. И у него его мотает шатать, может травму получить. Потому что так ему, он сильный. Он не сильный. А у него стабилизаторы, мертвые. И сухожилия вот эти все. Только свободные веса, поэтому здесь станки мы иметь не будем. Только свободные веса дадут правильное развитие тела всего. Я просто вижу, почему гадаю тоже, потому что я никогда тренажером не занимался. Натянул спину. Опа! Ноги опять узко ставишь. Подрыв не до конца раскрылся. Ноги немного, блин, Русик, ну слишком узко ноги, ну. Понимаешь, у тебя ноги не должны быть вот как стаканчик, вот так, видишь? Не должны вот так стоять, они должны жестко, вот, ровненько стоять, видишь? Так раскинуть, раскинь, чтобы задница проходила. Подрыв! Держим, держим. Побыстрее ногами работай, быстро. Да, хорошо. И одновременно, Русик, старайся, одновременно. Вот подорвал, и когда кисти забрасываешь, приземляешься одновременно. Разгоняю ее побыстрее прям. Опа! Хорошо. Как бы потяни в полуприз, ты садись, и все. Опа! Тихо, тихо, тихо! Красава, бля! Вот это машина! Побыстрее ногами! Быстро! Опа! Держать, держать, держать! Все равно вперед подтягиваешь, но ничего. Восстановим все. Переходим на толчок. Хорошо. Не перехватил. Тяжко, да? Очень. Опа! Хорошо. Ровно. Молодец. Хорошо. Молодец. Ровно. Держим, держим, держим.
Надо было чуть-чуть вверху подержать 3 секунды. Постоять? Конечно. Встал. Ровно. Держать, 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 держать. Встал. Держим спину. Держим. Резко вверх, жестко. Держим, 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 держим. Постой. Хорошо. Красава. Вот и все, друзья. Тяга сейчас. Последний подход тоже у Руслана. Тренировка на сегодня закончена. Вторую половину тренировки перенесем на завтра. В тяжелой атлетике тренировка не получается за час. Но хоть что делай. Вот приходят ребята учиться. Рывок поделали, час прошел. Хорошо. Тренируйтесь, друзья, тренируйтесь. Всегда тренируйтесь, никогда не сдавайтесь. Плохо, тяжело. Восстанавливайтесь. Входите в режим, в форму. Тренируйтесь. Все это воздастся. Все будет хорошо.